За время проведения акции было выдано более 1500 купонов покупателям автокомплекса. А ненастная погода и дождь в день розыгрыша не стали помехой для большинства из них прийти и испытать удачу. Тем более автокомплекс «Питстоп» на подарки скупиться не стал. В этот раз было заявлено два главных приза. У нас два главных приза – резиновая лодка и снегоуборочная машина. Также много утешительных призов – лопата для уборки снега, утеплитель автомобильный, ну и много-много по мелочи. Подарки для своих покупателей «Питстоп» всегда выбирает актуальные сезону. Помимо компрессоров и автомагнитол, были разыграны подогрев сидений, автоодеяло и наборы, которые зимой пригодятся каждому водителю. Чтобы зрители не замерзли в ожидании розыгрыша главных призов, их отогревали горячим чаем и ароматной выпечкой. А со сцены грели душу и заставляли приплясывать задорные выступления артистов. И вот волнующий момент наступил. Среди призов остались снегоуборочная машина и двухместная лодка. Снегоуборочная машина досталась постоянному покупателю автокомплекса. Альфир на такой приз не рассчитывал, но уже точно знает, что пригодится. Мы постоянно в «Питстопе». Мне масло. Хочу сказать большое спасибо «Питстопу» за такой подарок. И хочу, чтобы они побольше делали такие розыгрыши. Я с удовольствием буду участвовать. Двухместная резиновая лодка своего хозяина нашла быстро. Ильдар Газидинов – заядлый рыбак, и он искренне верил, что этот приз достанется именно ему. Я вот ее рассчитывал, так и получилось. Постоянно бывает. Я радуюсь. Лодка была, она уже старая. Сейчас обновили. Четвертый розыгрыш автокомплекса «Питстоп» завершен. Но уже сейчас решается вопрос, каким же станет главный приз пятого розыгрыша. Новые подарки от автокомплекса найдут своих обладателей 1 мая следующего года.